90-й великий портал. Попытка номер 6. Погнали. Вижу первую калитку. Огонь, молния, лед. У них там что, все скиллы? Оглушение вот этот вот это. Он тебя оглушает, под жопу кидает это заморозку, ледышку кидает, кидает огонь, сверху бьет молнией еще. Обалденная комбинация скиллов. А, молнии кидает не это, не элитка, а моб вот этот кидает молнию. Ой, я плохо стал. Убивают. Еще одна элитка. Она здесь одна. Походу одна. Да, одна. Внизу. А где пилоны? Не знаю, блин. Четвертая попытка, пилонов нету. Чего, Олег? Ебой. Это как будто какой-то матюк. Слышится. Как видишь, у меня все плохо. Не получается. 90-й.
Тут еще и убить могут. Ох ты ж, ох ты. На пятке хп убежал каким-то чудом. Он врубает крутелку и притягивает. Миссию на изи вытащили. Где? В Старкрафте? Давай, давай, ну добивай ты уже этого. А снизу был щит. Почему я его не заметил? Мне бы он очень помог. Ну заходи, что ты стоишь? Где мобы мои? Тусуются, фиг знает где. А что там за миссия в Старкрафте? Я думал, там только на расстройку играют. Ебучие големы, блядь, где вы, сука, шляетесь? Собаки бьют, и все, элитного моба. А големы в жопе шляются где-то. Тут нельзя без эмоций, это пиздец полный. У стяжки радиус маленький, капец. От стяжки толку мало. Нифига не стягивает. Мне хоть раз молнию дадут сегодня? Я знаю, дадут. Под самым выходом локации. И силы не было, и молнии не было еще ни разу. Четвертая попытка, нету пилонов. Что за фигня? Какие-то глюки или что это? Нету пилонов. Ботинки, обнова, щиты и все.
Плохой день сегодня для игры в Диабло. Не везет очень. Да я не знаю, ну что это такое? Что вы мне подсовываете? Сила, ну наконец-то первая сила за целый день. Первая, за целый день силу дали. Вот это да. Свершилось. И то я много пользы не поимел. Сейчас в тупик зайду. Ну, естественно. Вот сейчас, если я поймал бы молнию, все, это был бы 100% пронос. Пронос-понос. Но... фигушки. Уже было 3 пилона, уже молния не появится никак. Бейте, бейте, давайте. 5% мазафака. Дайте трэша, трэша дайте мне, что-нибудь дайте мне. Поднажми, Ботька, Ботька, давай. Давай, 2%, ну же, ну же, ну же. Ну чё вы там не бьете никого, или что вы там делаете? Гуси, гуси, хуюси, давайте. Поднажмите. Ну, наконец-то. А босс-то галименький. Чего? Молния! Ха! У меня истерика начинается. Только не умришь ты, мать вашу! Крысы, блин, я... Крысы призываются, и големы отвлекаются на эти мелкие крысы, и получается, питомцы и мои босса вообще не бьют. Они крыс мелких бьют постоянно, а крысы мелкие появляются постоянно без конца. Потому для меня этот босс очень плохой.
Для Вара это босс просто персик. Для меня это очень плохой босс. Ну да, вот, ну... Какая-то шестая попытка была. Шестая попытка. До конца оставалось 12 секунд. Вообще впритык. О боже. Столько нервов, столько психов. Бич. Да. Еще и камни не качаются. Ох, довольный. Так, нужно потом со стрима вырезать, как я пронес 90-й, позапикивать все матюки. Так, это получается час стрима, 23 минуты. Все, Олег, теперь можно и в пати побегать. Я на ВП находился, 90-й смог закрыть. Нужно немножко шмоток подбить. Ну, шмотки у меня вообще плохие. Ну, не очень плохие, но такие себе. У меня это